Ни для кого не секрет, что работа спутников просто потеряет свой смысл без спутниковых систем связи. Но они достаточно уязвимы, поскольку спутники можно сбить, отключить или заблокировать. В отличие, например, от метеорных систем, которые могут пережить даже ядерный взрыв. Метеорные частицы будут лететь на Землю всегда, им невозможно помешать. Это значит, что метеорные радиоканалы будут существовать в любом случае. В России существует всего две мощные группы, которые занимаются метеорными проблемами и построением метеорных радиосистем. Одна из них в Казанском университете, другая в Харькове. Сегодня уникальные разработки казанских ученых смогут позволить создать систему синхронизации пунктов связи с наносекундной точностью. Дело в том, что в атмосферу Земли постоянно, периодически, ежесекундно, и этот процесс нельзя остановить, вторгаются космические пылинки. Так, эти пылинки влетают в атмосферу Земли на огромных скоростях, это примерно от 12 до 70 км в секунду, и они, влетая в атмосферу, вызывают такой ионизованный столб, как след от реактивного самолета. И вот этот вот след, когда он находится на высоте примерно 90-100 км, если на него подать сигнал, изучить, то он ретранслирует его в точку приема. И эти две точки приема могут разнесены быть поверхности Земли на расстоянии до 2000 километров. Кроме того, метеорная связь очень нужна в полярных районах. Там работу спутников блокируют атмосферные условия, которые происходят под воздействием магнитных аномалий, таких как северное сияние. К этим районам сейчас интерес огромен, ведь там обнаружены огромные запасы нефти. Однако за рубежом не существует ни одной научной публикации, которая затрагивала бы проблему невзаимности метеорного распространения радиосигнала. Исследование нашего ученого детально описывает тонкие эффекты, которые необходимо учитывать при построении сверхточных систем синхронизации шкал времени. Проблема метеоров, она ведь очень комплексная и очень сложная. Здесь нужно учитывать как астрономические условия притока метеорных частичек, которые образуются кометами, астероидами и прочими космическими объектами при их разрушении. То есть здесь и астрономия, здесь и физика взаимодействия, и сгорание этих метеоров в атмосфере Земли. Это и физика атмосферы в том числе, какие процессы, какие ветра действуют на след. Теперь, если только позволят финансирование, то нашим ученым потребуется всего 5 лет для того, чтобы воссоздать метеорную синхронизацию и на ее основе сделать метеорную криптографию. Такая криптография нужна для военных систем обнаружения, оповещения и наведения. Но данные системы должны быть абсолютно защищены от взлома. Дело в том, что траектория распространения радиоволны непредсказуема. Доказано, что этой непредсказуемой последовательностью реально даже закодировать передаваемую информацию. Так что перед астрономами и физиками КФУ стоит весьма глобальная и ответственная задача – научиться обновлять ключи шифрования, которые генерирует фактически сама природа. И если задуманное действительно осуществится, то новый всплеск интереса ученых со всего мира к Казанскому университету обеспечен. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.